Магия слова. Сенека. О дороге к счастью. Луцилия приветствует Сенека. Ты знаешь, мудрость счастья — залог. Когда все знал от Альфы до Омеги, то стать счастливей ты б уже не смог. Но очевидное нуждается тем более в развитии. Не споришь? Я ведь прав. Усердные занятия твою волю сумеют превратить в прекрасный нрав. Надеюсь я, не будучи уверен в тебе, и от тебя хочу того ж. Ведь нет причин себя легко поверить, пока свои дела не разберешь. На мудрость неприятный день без скуки, а крепость и умеренность души, ее совет важней любой науки для тех задач, что следует решить. Пусть кто-то тебе скажет, что в ней проку, всем правят случай, рок или божество. Но мудрость учит не сдаваться року, сносить случайность и познать его, пока не время знать, что в нашей власти. И здесь с решением незачем спешить. Порыв души — твоя дорога к счастью, коль станет состоянием души. Подарок, если духом ты с природой, то обеднеть не сможешь никогда. А если будешь слушать гул народа, с богатством распрощайся навсегда. Да, Эпикур, природа жаждет мало, а людям бесконечно что ни дай. Все думают, еще бы не мешало, излишество не ведает стыда. У естества предел перед глазами, а ложность мнений бездна всех морей. Путь к цели на дороге, где ты замер, блуждание убьет тебя скорей. Когда, пройдя 100 дней, тебе осталось до цели больше дней, чем комаров, знай, цель-то не природою рождалась, в ней виден путь излишеств. Будь здоров! Магия слова.